Балет. Легкие люди. Слушай, не это? Вот какая-то галерея. 70, да, 70, 72. Наверное, она просто неожиданно нарисовалась. Выставка современного... Я тоже думала. Да, вот про это она и говорила. Выставка современного искусства. Главное, вход свободный. Арт-муза. Главное, вход свободный, да. Это нас впечатлило больше всего. Так, ежедневно с 11 до 22. Ну что ж, будьте в курсе всех событий творческого кластера Арт-муза. Смотри-ка. Арт-музы сдают площади в аренду на временные долгосрочные основах, организуют мероприятия, конференции, выставки и праздники. Да. Как интересно. Входим. Пойдем. Обещают. Обещают бесплатно. Какая прелесть. Смотри, какой станочек. Республиканское промышленное торговое объединение музыкальных инструментов. Так, вот так это выглядит. Осмотреть мы сейчас пойдем. Передышка, да? Так поехали вначале на четвертый этаж. Так, давай спросим, где лифт. Так, начнем со столовой. Мы заслужили. Если мы сейчас поднимемся по лестнице на четвертый этаж, знаешь, как потом будет удобно скатываться просто. А сейчас подниматься все тяжелее, тяжелее. А так мы сейчас по-легкому. И крышу, она сказала, посмотреть. Да. Еще, по-моему, выше. Это третий этаж. Выше, выше. Ой, красота какая. Выхода на крышу здесь нет. А еда где? Не поняла. А столовая-то есть? Так, нет. Столовая на третьем. Уже легче. А выхода на крышу нет. Это плохо. Вот там, наверное, было. Пошли искать вначале столовую. Красиво, но она такая серая. Это надо определенный интерьер. Так, все-таки здесь, да, здесь все-таки на четвертом. Смотри, какой интерьер любопытный. Любопытный. Столовая на четвертом. Здесь вот ресторанчик небольшой. А нам сказали дойти до конца, то бишь это практически до 72-го дома. И повернуть направо, и будет малярка. Называется «Столовая малярка». Зеленая надпись. Так. Татьяна Стрижбецкая. Портрет продюсера Александра и Анны Тютрюмовых. Смотри. А, потолок декорирован как стол. Так, а там что? Ой, потолок, как стол, говорю, потолок декорирован как пол. В
Портрет режиссера-постановщика Эрнеста Ясана. Ну вот, там еще есть продолжение, но вот мы увидели малярка. Вот туда и надо идти, на четвертый этаж. Наталья сомневается, что тут столовая. Но она же сказала, девушка сказала, да, малярка, столовая. Вот видишь, люди идут с подносами, пошли. Что тут есть? Салатики, сок в ассортименте. Микс салат, огурец с ростбифом. Морс из свежих ягод. Что ты хочешь? Ой. Сырный, суп. Солянка по-домашнему. Сырный, грибной, солянка по-домашнему. Я тоже хочу суп сырный. Или грибной. Слушай, ну классно, да? 240 целый комплексный обед. Сырный суп, запеканка. Это можно не есть в серединку. Картошка, винегрет, сок, хлеб. Можно добавить сметанки там, горчицы. Вот. Замечательно. Я супчик сходила, разогрела. Ну, как тебе суп? Мне хорошо. Вкусно, да? Угу. Сразу вспоминаю твою кухню. Вкусненький, правда. Очень вкусный. А винегрет пробовала? Нет, еще? Сейчас. Давай винегрет, у нас с тобой одинаковый. Масло. Масло забыли положить. Пошли положим. Угу. Там у них есть масло. Так, ну все, вернулась, положила масло. Я думаю, теперь будет идеально. Чтобы она хорошо наесться, надо устать. Мы достаточно устали, чтобы заслужить такой обед. Очень вкусно. И очень приятно. Вид из окна такой хороший, да? На крышу нас, правда, не пустили. Мы попробуем еще с этой стороны пошоркаемся. Пооткрываем двери. Такой балконный интерьер. Занавески из кусочков. Да, из остаточков как будто бы. Но красиво. Вроде так не подходит, а так, оригинально получилось. Это вот весь наш секонд можно было не выкидывать, а кусками сшить. Кусочки джинсов, блузок, все, что у нас оставалось, 100 мешков. Все, бы художникам отдать, они да, нашли да. Там очень... еще выставка, давай оттуда начнем, а? Подожди, она сказала, выход на крышу там есть. Вот здесь где-то есть выход на крышу. Подожди, я даже объелась, как тебе? Я тоже. Ожерелье и кольцо. Супрематизм. Наталья Овчинникова. Это ювелирные украшения, это фотографии, Наталья. Это не картины. Может, здесь выход на крышу? Не знаю, Наталья. Здесь заманчиво. Ты что, боишься таких человечков? А то. Омлета. То есть омлета, а как глазунья это?
Прикольно. Она возбуждает аппетит. Сразу хочется кушать. Кого-то они мне напоминают. Знакомый кто-то. Может, мы и правда знакомы? Осьминоги. Ожерелье «Прозрачная роза». А колечко, между прочим, как у вас? Да-да-да. А может, она у нас и заказывала? А что нет-то? Ой, какое кольцо. Неудобная. А что у нее тоже? Они что? Это мода такая? С яичницами ходить на груди? Видимо. Видимо. Я все посмотрю на ваши. Это. Ага. Хотя нет, это не совсем Ротару. Похоже на Ротару. Это Ульяна Туник. Ульяна Туник. Не стучите, спит ребенок. Наталья. Вечер. Вот интересно. Ночная лупка. Да. Вот светлая такая приятная. Озерки. Мастерские там у них. Там у них мастерские.